участвовали в 2014 году, неделя агробизнеса, и у нас был небольшой перерывчик. Осенью мы активно участвовали в выставке в агропромышленной, далее была неделя науки. Мы тоже принимали активное участие, и вот опять вернулись к неделе агробизнеса. Наша работа напрямую связана с агропроизводителями. Процентов 80 наших клиентов – это сельхозпредприятия, это агрохолдинги, которые, соответственно, свои кадры черпают из выпускников СХИС, соответственно. Вот, и встал вопрос о подготовке студентов. Агрохолдинги пользуются нашим программным обеспечением, пользуются нашим оборудованием, и им нужны квалифицированные специалисты, которые бы знали, как работает программное обеспечение, как строить отчетность, как быстро пользоваться и так далее. Да? То есть нехватка кадров, скажем так. И мы решили совместно с сельскохозяйственной академией, сейчас разрабатывается проект по факультативу. Будет образовательный процесс именно по нашему программному обеспечению российского производства, которое создано в Краснодаре. Оно разработано именно на пожеланиях аграриев, да, конкретно под российского производителя. На ваш взгляд, вот та форма работы, которую предлагает Самарская ГСХ вот в рамках недели мирового агробизнеса, насколько она эффективна и перспективна? Вы знаете, это очень нужно. Даже вот нам, мы остались дольше по времени, чем было запланировано, чтобы послушать другие организации, что у кого есть нового, кто что предлагает, потому что охватить все невозможно. А здесь люди приходят и рассказывают о себе сами. Это очень интересно. Инноваций очень много. Не стоит на месте, скажем так, развития. И каждый подчерпывает для себя что-то интересное. Это важно. Я смотрю, приезжают представители из Саратовской области, да, то есть выходят на уровень дальше, чем Самарской области. Это очень радует. Развиваться, приглашать больше специалистов с разных городов и даже стран, я смотрю. То есть это все очень интересно как нам, так и вашим выпускникам. То есть вы делаете семимильные шаги вперед, и это очень радует. Идите также дальше.